Всем привет! Ну что ж, давайте разбираться, что же нас ожидает в пятом выпуске шоу «Холостяк». Но не нас, а девушек ожидает поездка в романтический Львов. По приезду ведущий предложит девушкам отдельные бонусы на неделю. Однако, выбирая плюшки от холостяка, девочки даже не будут подозревать, что они означают и что же все-таки будет их ожидать. Претендентки на сердце мужчины обнаружили комнату спа, комнату с телефоном, комнату подруги, комнату с безлимитным алкоголем и комнату с приглашением на свидание. В пятом выпуске состоится два индивидуальных свидания и одно групповое. Первое свидание будет с Джессикой в спа-центре, где Джессика, как и обещала, сделает массаж холостяку, а также взамен получит массаж от него. Свидание будет настолько горячим, что холостяк тепло ее тела не забудет даже на церемонии роз. На групповом свидании, скорее всего, состоится прогулка по городу, а вот третье индивидуальное свидание будет у Даши. Свидание пройдет на высоком уровне романтики, и, возможно, у них состоится уже поцелуй. Единственное, что омрачит это прекрасное свидание, это то, что Даша увидит на спине у Михаила следы после массажа Джессики, и это ее очень расстроит. Но вот интрига в тизере была то, что вернется какая-то участница, у которой телефон. Скорее всего, это Анна Богдан, которая находится сейчас на карантине. Девушка выбрала комнату с телефоном и на протяжении всего времени могла свободно общаться с холостяком. Аня появится на церемонии роз настолько красивой, что девушки от зависти пооткрывают рты. Серия обещает быть невероятно захватывающей. А вот кто покинет проект и невероятно романтичный Львов, мы уже узнаем в эту пятницу на канале СТБ в 19:00. А с вами была Сплетница. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Впереди вас ждет еще очень много интересных новостей.